Добрым утром, дорогие телезрители. Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит. В рабочий полдень до 16 и после полуночи. У нашего микрофона... Да-да, вы, конечно, догадались. Поет Юрий Антонов. Прошу. Мы все спешили за часами, но нету лучше ничего, чем в тех дровах под небесами, по крышке дома моего. Это лишь пример того недотёпа, что я могу сделать для твоего хозяина. Не волнуйся, дедуля, мы тебя вылечим в момент. Это же Бубль-Гум! Ахмер-Ниссаж, Ахмер-Ниссаж! Кеша, что случилось? Что случилось? Что случилось? Он еще спрашивает. С щенком гуляй, за собой убирай. В чем я хожу? В чем я хожу? В обносках, в рожбаниле. Как Золушка. Всем все привозят, все покупают. А мне? Кеша, как тебе не стыдно? Это мне-то стыдно. Это тебе должно быть стыдно. Ну вот, выбирай. Это мне? Это ты мне? Прощай, наша встреча была ошибкой. Кеша! Без тебя, меня любимый мой, лететь с одним крылом. Это ты, Кеша? Ну, ответь, Кеша, пожалуйста. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. Ой. Я что, я ничего? Эх, а Вовка меня так любил, он меня буквально носил на руках. Ах так! Ах, вот так как! Я для него, а он-то... Вовка! Кеша, ты лежи, лежи. Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо. Я ведь был один, совсем один. Они толпой негодяев с пушками, базуками. Я одного раз, второго два. Тот на меня с пистолетами, я ему ногой бас. Этот сзади, а его стул. Вот так всегда. На самом интересном месте.